motherfucker. Мы изучили яйца, да, мы стали, короче, то ли папами, то ли мамами. Мама-пап, короче. Охренеть, смотрите, ребятки. У нас какая-то щупальца, это осьминожка. Я не знаю, что это. Какая-то осьминожка, да, ребят. Я могу как-то ее изучить. Давайте посмотрим, что нам напишет. Местные формы жизни. Ласка. Серого цвета демонстрирует высокий уровень интеллекта, любопытная, эмоционально привязанная. К удивлению, данный вид не встречается в дикой природе. Сканированная особь была искусственно выведена в большом аквариуме. А как тогда я ее нашел в дереве? Жизненный цикл. Мало что можно сказать о жизненном цикле ласки в отсутствии диких особей. Но, возможно, условия окружающей среды изменились, поставив вид на грань вымирания и оставив яйца в вечном стазисе. Также возможно, что ласка была генетически модифицирована или даже завезена на 45-46 без другой планеты. Поведение. Нам известно, что ласка травоядная, проявляющая в межвидовом взаимодействии крайне социальное поведение. По всей видимости, данное существо аналогично земным дельфинам, способно понимать концепцию чужого разума. Так ты, короче, собака, да? Будешь моим питомцем? Огонь. Что мы еще вывели? Камикадзе. Ну, камикадзе мы поняли, потому как добывали серу. Это такая рыбка, которая вылетает. И на эмоциях от разницы, что кого-то увидела. Вот она. Она взрывается. Больше похоже на какого-то циклопа, честно говоря. Но пусть живет в нашем аквариуме. Еще гипнотизер. С помощью своих вот этих вот крыльев создает специальные какие-то гипноволны. Гипнотизируя свою жертву, а потом медленно крадучись подплывая и съедая ее. Не знаю, как это отразится на популяции моего аквариума. И скат, да, ребят, я увидел ската, которого нельзя поймать в природе, но вот он, короче, здесь есть. Походу, ската нужно с помощью яиц заносить сюда. Потому что так я его пытался взять, когда мы плавали с вами в океане, и он не хватается. Но я думаю, пусть они там плавают. Ласку, я так понял, мы взяли, да? Огонь. Да ты ж мой маленький, короче. Ах же, сучка, а. Смотри, опаньки. Смотри-ка, да ему нравятся фокусы. Огонь. Правда, смотрите, он не уходит от меня далеко. Он всегда рядышком. Да, но самое главное, там мы рыбок тут взяли. Нам надо рыбок новых выпустить. Мы же тут с вами наловили, короче, каких-то красноперок. У нас новый вид рыбок есть. Как она там? Кольцевик, вот. В нашем море развивалось. Слишком мало места, наверное, поэтому они не размножаются. Нам нужно отправиться на предполагаемое жилище Тыгази. А возможно, и не надо отправляться. Есть у нас еще яйца. Эти малыши, смотрю, побольше будут. Хера? Это просто бомбы по сравнению с тем, что я раньше кидал сюда. Посмотрите, какие огромные арбузы. Ну что, предполагаемое жилище Тыгази. Ну вон и наш малыш. Смотрите-ка, он все время с нами. Огонь. Вот это прикольно. Так, заводим двигатели. Главное его не убить. Переживаю все время. А где малой? Ласка, слышь? А, вот она. А как туда попасть? Грибной лес, травяное плато, вход в пещеру с грибами. Мне кажется, знаю. Пойдемте, ребят. Туда мы попадем через специальный вход в пещеру. Так. Ну вот, мы вроде добрались, вроде пока безопасно. Вот они, грибы эти. Отправляемся на мотылек, начинаем наше исследование. Ранее мы заплывали в эту пещеру, когда нам нужны были кристаллы. Смотрите, грибы побольше. Медузный гриб. Да, мотафака. Валим дальше. Это что у нас? Лопаточник. Вот. Есть, поймали еще одного. У нас тут охрененная интересная атмосфера. Возможное жилище Тыгази. 250
50 метров. Растения разноплановые. Пещерный куст. Ну что, красивый же. Главное быть осторожным. Все-таки у нас здесь вулканическая активность. О, смотрите, а вот этих вот у меня нету. Что это за рыба? Окулус. Давайте почитаем, что за рыбка такая окулус. Мясистый соленый окулус. Мне кажется, это какой-то родственник соленого пескуна. Точнее, пескуна. Окулус это вот, ну смотрите, у них прям вот это промежуточная стадия. Глазастик. Ну ладно, все же. Что с этой планетой не так? Че здесь все такие лопоглазые? Очень интересные звуки здесь. Узнать бы, кто их произносит. Но не менее интересно тот факт, что... Обратите внимание. Что это было? В грибах живут какие-то глисты. В грибы не заглядываем. Не рекомендую. Ох ты. Он мне пытается на зуб попробовать. Ребят, смотрите, платформа какая-то. А куда глист делся? У меня огонь. Каждый биом по-своему удивителен. Отлично, мы нашли ее. Да что там не так, а? Страшно же. Ну, давайте исследовать. Фрагмент зарядного устройства энергоячеек. Здесь что? Стазис винтовка фрагмент. Сначала все вокруг исследуем. Это что? Фрагмент модификационной станции. Мы ее тоже исследовали. Огромный гриб, будем держаться от него подальше. Там может быть червь. Охренеть, а почему ты такой большой, а? Иди сюда. Закупорили его. Он очень сильно повредил мотылька. Главное не цеплять медуз. Они очень сильно жалят и неприятно. Огонь. Смотрите, как все заросло. Что это такое? Водоочистительная станция. Нужная вещь. А тут что? Ничего такого, что я мог бы... А интересно, эту станцию разобрать можно? Нет, нельзя, наверное. КПК. Журнал Пола Торгала. Номер 2. Дилемма. Сука. Блин, я сразу в нескольких врезался. Ребят, надо крайне быть осторожным. Крайне просто. Вон еще один КПК. Есть. Журнал кого-то там. Прочитаем. В общем, прочитаем потом. Давайте наберем кислорода. А здесь у нас еще один КПК. Голосовой журнал Дегази номер 5. Иерархия. Какая иерархия? Мы узнаем очень много интересного о сюжете данной игры. Здесь у нас что? А здесь был, походу, выход. Да, люк. Так, пойдем на верхние этажи. Здесь была обсерватория. Журнал Барта Торгала. Зубы сталкера. Вот. Ящик с данными. То, что нам самое главное, это и нужно. Да, только, походу, мы здесь ничего нового не открыли, раз титан высыпался. Ну вот есть КПК. Голосовой журнал Дегази номер 6. Глубже? Ну, походу, все. Растений вроде бы тоже интересных никаких не вижу я. Смотрите, там что-то внутри находится. И, конечно, очкую туда спускаться, но на всякий пожарный возьмем. Да спустимся. Яйцо существа. Я, кажется, догадываюсь.
кому принадлежит это яичко. А принадлежит она этому глисту. Ну что ж, заберем его. Это будет очень классно. Диарет, плывем на безопасное расстояние и почитаем, что у нас на бортовых журналах. А, интересная пещерка, я вам скажу. А что будет, если мы поплывем туда дальше? Ох, нихера вообще. Тут какое-то супер течение. Ну, хотя на самом деле ничего тут интересного нету. Ну да, кроме кусак различного рода. Слушайте, ну они здесь здорово устроились. У них была теплоэлектростанция, очиститель воды. И опять-таки, относительно других хищников, они чувствовали себя безопасно, потому что в пещере, кроме червейников, его больше не было. Ну, я имею в виду жнецов. Ну что самое замечательное, видите что? Возможное жилище Дегази. То есть это не единственное место, где у нас размещалась база Дегази. То есть нам еще предстоит с вами исследовать целую систему пещер. Но это мы уже будем делать в следующем видеоролике. Сейчас я предлагаю отправиться на базу, изучить материалы, которые мы собрали, а также посмотреть, что у нас там вылупилось. Интересно, а они что-нибудь узнали про инопланетян, которые здесь есть? Про эти системы вентиляции, которые находятся в различных уголках биомов? Да, мы почти рядом. Можно плавно снижаться. Я сказал плавно. Ну, вот мы и на месте. Так, пойдемте выпустим рыбок в аквариум. Огонь! Смотрите, что у нас здесь появилось. Песчаная акула. Скорее всего, это было яйцо с колючками. Смотрите, ну да. У нас теперь своя маленькая песчаная акула есть. Также костяная акула. Она, возможно, была из... Из чего она вылупилась? А, из просто плоского серого яйца. А еще у нас есть, по-моему, ангел, или как он там? Медузаскат, вот. И вылупился у нас... Да, лопаточник, ребят, вот он. Эти глазастые, походу, доминирующая форма жизни. Везде, короче, они твое перо засунули. Да, у нас пополнение. Это новое яйцо. У нас теперь есть глазастики здесь. И они, кстати, плавают. Вот, да. Окулус. То, что мы нашли в пещере. Тоже своеобразные рыбки. Посмотрите, какие они. Найс! У меня самый большой аквариум в мире вообще. Что ж, ребят, вот такая классная у нас вещь получилась. Большущий аквариум, много различных существ. И мы ласку, кстати, открыли. Где ласка моя-то? Ёпня. Ласка. Я забыл вообще, что у меня есть такое существо. Где она? Кили-кили. А как так получилось? Где она вообще, эта ласка моя? Походу мы проебались. Вот стопудово загуляла где-то вот. Мы с вами открыли подводную пещеру, продвинулись вглубь ее. Ранее я туда так далеко не заходил. Знали, что мы узнали, что там находится база Дегази. Но самое главное там, мы нашли информацию. Выжившие из Дегази. Вот они, недостающие журналы. Голосовой журнал Дегази номер 5. Иерархия. Сын всегда есть иерархия подчинения. И в нашем мире эту иерархию образуют деньги. Я плачу Мэйди долю от того, что я плачу тебе. А тебе долю от того, что я плачу себе. Если иерархию образуют деньги, то почему Маргарет принимает решение? Она нужна нам. Мы позволяем ей думать все, что ей угодно, пока она делает то, что ей сказано. А если она не будет... Да, достаточное количество денег будет. Люди всегда так делают. Голосовой журнал Дегази номер 6. Глубже. Мы уже в 200 метрах ниже уровня моря. Вы хотите еще глубже? Посмотрите вокруг, шеф. Вода сочится сквозь корпус. Вода снаружи люка. Мы тонем. Мало-помалу. Если придет помощь, то... Чтобы нас не сбило, оно сделает это еще раз. И еще до тех пор, пока его не отключат. Вы видите где-нибудь тут рядом выключатель, шеф? А почему этот выключатель должен быть полкилометра ниже? Ваш малец обнаружил что-то на сканере, там внизу. Есть что-то, чего там не должно быть. Вы зашли с ума. Возможно, но я все же пойду. И мне думается, что вы двое пойдете следом. Если пойдете, учтите, ваша власть кончилась на уровне моря. Очень интересно, значит, они обнаружили что-то под низом, ребята. Я так и знал. Возможно, туда можно попасть как-то через систему этих пещер. Так следует из сообщений, Маргарет, видимо, двигалась именно к этой вещи,
к этой штуке, которая находится там под низом. Судя по всему, учитывая то, что мы нашли первую базу на определенном уровне, на определенной глубине, вторую базу мы еще пока только видим на сканере, но фактически мы туда еще не приплывали, она находится еще ниже. Значит, они все-таки двигались вниз к этому некому объекту. Журнал Барта Таргала номер один. Этот мир... Я думал, живя под водой, недалеко до клаустрофобии. Отец это чувствует. Он бы сказал мне, что это ребячество. Но я выглядываю в окно и иногда думаю, как мне повезло увидеть этот мир вблизи. А я бы не поверил, какие животные здесь обитают. Рыбы, они светятся. Есть такие, которые состоят на 90% из глазного яблока. Змеи и два раза длиннее отсека жилища. Не все дружелюбные, большая часть растительности токсична. И я узнал это на своей шкуре, но я смог заставить несколько мраморных дынь расти в помещении, а когда их не хватает, ну, мы едим этих самых рыб. Это немного мерзко, но тут уж ничего не поделаешь. Я пытался документировать свои находки, отец одобряет. Он говорит, что знание — это сила. Чем больше мы знаем об этой планете, тем лучше мы сможем использовать ее себе во благо. И я же занимаюсь этим просто потому, что это весело. Нелегко обходиться без надлежащего оборудования и доступа к сети, но иногда старые проверенные способы наблюдения, ведения, записи, проверки теории могут показать даже больше, чем спектроскопический анализ. В последнее время я наблюдал за крабозмеями. Они нападают из засады на свою добычу, когда она пытается есть гриб, в которых они прячутся. На дно оседают недоеденные остатки, которые удобряют грибы, которые питаются травоядные, и цепочка продолжается. От такой эволюции просто мурашки по коже. Интересное наблюдение. Ну, в принципе, мы тоже наблюдали и увидели, что в грибах живут эти черви. Я же говорю, игра очень удивительная. Журнал Барта Таргала номер 2. Зубы сталкера. Произошло кое-что невероятное. С тех самых пор, как мы оказались тут, я планировал изготовить оборудование и изучить все эти невероятные формы жизни, которые мы встретили, но у нас не хватало эмалевого стекла. Так что я начал искать естественный субстрат, который укрепил бы наше стекло, и тот, что нашел в зубах сталкера, как раз подошел. Но вот только нам было нужно больше. Вот тут Маргарет заинтересовалась. Она действительно слушала меня, чего я не мог сказать об отце, так что я набрался смелости высказать свое более сомнительное теории. Когда я сказал ей, что их притягивают залежи металла, что их зубы выламываются, когда они их подбирают, ее глаза сузились, и она вылетела из комнаты. Она вернулась через 3 часа с рюкзаком под завязку, забитым зубами сталкера. Я спросил ее об этом. Она пожала плечами и сказала, что мои теории оказались хороши. Сказала, что прикручила их есть с рук. Думала, она это имела в виду буквально. Она просто невероятна. Она отправилась в рощу водорослей, вооружилась всего лишь термоклинком и встретилась лицом к лицу со стаей сталкеров. С одной стороны, это самый крутой поступок, о котором я когда-либо слышал. С другой, надеюсь, что сталкерам не стало хуже после того, что сделала Маргарет. У нее был огромный порез на предплечье. Полагаю, не все прошло так гладко, как она сказала. Какой тогда смысл выживать в этой местности, если мы убиваем все, что делает его прекрасным? Хотелось бы мне узнать побольше об этих животных, но отец не позволяет мне покидать жилище. Опять-таки интересно читать такие записки. Прочел бы я это раньше, потому что у меня тоже были проблемы с зубами сталкера и с эмалевым стеклом. Я не знал, как правильно добывать. Я всегда просто тупо плавал, где плавают сталкеры, и просто тупо ждал того момента, когда сталкер просто выронит этот зуб или он на него выпадет по каким-то причинам. Оказывается, все очень просто. Надо было брать куски металла и кормить сталкера. Журнал Пола Таргала номер 2. Дилемма. Итак, журнал Пола Таргала номер 2. Дилемма. Знаете, что Мейда сказала мне сегодня? Она хочет построить жилище на глубине 500 метров, более чем в километре, к северо-востоку отсюда. И для этого ей нужен Барт и я. Она вбила себе в голову, что сможет спасти нас, если будет действовать достаточно опрометчиво. Но я перевозил звездных нарвалов на Нептун. Пласталь Федерацию. Моя семья владеет 9 различными горнодобывающими колониями по всему рукаву Ариадны. Мейда думает, что она лучше руководит. В ее контракте говорится иначе. Но черт возьми, я просто не могу сказать, то ли самая глупая идея, которую я когда-либо слышал, то ли моя единственная надежда.
Мне на прошлой неделе стукнуло 80. Я думал, что проживу еще 80, но застряв на этой планете, и я не смогу заменить свою печень, когда старая откажет. Здесь я смертен, и Мейда мне пригодится. Так что это моя ответственность — принять решение, вернуться на остров и надеяться, что что-то, что сбило Дегази с небес, не сделает то же со спасательным кораблем или отправится глубже на поиски ответов. И все это время надеяться, что старый доберется до меня быстрее, чем морские чудовища. Я дам Мэйди должное лишь в одном. Она была права насчет этих пещер. Там достаточно лития, чтобы изготовить сотни тонн пластали. Хватит на целый чертов флот подводных лодок циклопов. Никто и никак не смог бы избежать крушения, но я был прав, приказав свернуть с курса. Если мы уберемся с этой планеты, о цене акций торгалов заговорят на другом краю Федерации. Походу, они не выжили. Ясно только одно. Что там в пещере что-то есть, что нам еще предстоит увидеть. И, возможно, то, что там находится, и, опять-таки, здесь есть инопланетяне, оно принадлежит этим инопланетянам. Может быть, это какой-то космический корабль, на котором нужно отсюда свалить, короче. Может, еще какая-то хрень. Это все мы узнаем в следующей серии. А у меня на этом все, ребятки. С вами был канал Alligame. Let's Play Rock. Увидимся. Пока.